Дорогие нижегородцы, от всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства. Этот праздник впервые отметили 15 лет назад, но кажется, что он всегда был с нами. От начала Руси до сегодняшнего дня единство народа является главным залогом успешного развития страны в целом и благополучия каждого человека. Усобица, смута, рознь – все эти слова в русском языке имеют четко выраженный негативный оттенок. Только вместе, купно за едино, можно преодолеть общую беду и сделать жизнь лучше. Сила единства ярко проявилась во времена Минина и Пожарского, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны. И в преодолении каждого испытания, выпавшего на долю России, огромную роль сыграли нижегородцы. Ратники ополчения, фронтовики, труженики тыла. Мы чтим память наших предков и сделаем все, чтобы сохранить ее для будущих поколений.